was looking for you. But I couldn't find you. I wanted you. And I was looking for you all day. But I couldn't find you. I couldn't find you. Когда в 77 году я, в общем, начал профессиональным оператором работать на Талимфильме, в 75-м практически уже, то с того времени я и Марк Сосар, мы вели для молодежи такие дни кино. Молодые люди, которые интересовались кинематографом, мы приглашали их на 2 дня в Таллин со всей республики, и делали им такие курсы, где мы показывали им классические картины, читали лекции по истории кино, по истории искусства, чтобы их готовить в киновузы. В те годы ведь главным киновузом был Всесоюзный государственный институт кинематографии в Москве, кроме того, в Ленинграде был, в Киеве был, но наши молодые учились только во ВГИКе, в Москве, и несколько человек в Ленинграде. Так, чтобы попасть в эти вузы, мы помогали с Марком Сосаром готовить этих людей. Этим делом мы занимались на общественных началах порядка 10 лет. Я больше, Марк меньше. Вот. И когда я после окончания моего последнего игрового фильма «Сестра милосердия», «Только для сумасшедших» с Маргаритой Тереховой, провел полгода в Соединенных Штатах Америки. Я туда поехал учиться. Получилось так, что преподавался. Потому что Государственный университет Монтана, куда меня пригласили, там отделение кино не было очень высокого уровня. Я когда показал им 3 своих фильма, то они сразу сказали: тебе нечего учить здесь, ты сам будешь нас учить. В общем, получилось так, что по кино был я учителем, а сам ходил на лекции антропологии, культурной антропологии, да. Вот. И когда я вернулся из Штатов, тогда сразу попал на баррикады. Это было, я вернулся в июле месяце, а 20 августа было вот это, когда танки приезжали в Таллин. То есть такая резкая перемена сразу. Вот. И стало ясно, когда развалился Советский Союз, что нашей молодежи негде учиться кино. И не только кино, даже телевидению. И тогда мы обсудили это дело в Союзе кинематографистов Эстонии. И поскольку я уже
более десятка лет занимался молодыми, то они просили меня организовать национальную киношколу. Но прямо скажем, что Министерство образования не было в восторге от этой идеи. Они сказали, нам это не нужно. То есть чиновники не чувствовали важности образования в аудиовизуальной части, и пришлось это дело как-то по-другому решать. Я начал ходить по нашим эстонским вузам. Они предлагали еще что. Ну хорошо, давайте устроим киношколу при Виленде. В Виленде там есть наподобие техникума, школа культуры что-то, на уровне средняя специальная школа. И я сказал, что это не перспективная идея, что, во-первых, в Виленде нет никакой телестудии даже, не говоря о кинопромышленности. Во-вторых, приглашать учителей туда, это будет очень сложно, а тем более иностранных учителей. Как? Это за 200 километров каждый раз на лекции гонять, это бессмысленно. И, в общем, нашел я такой вариант, что в педагогическом институте в то время ощущалась нужда перемен, обновления. И мы договорились с ректором пединститута и руководителем, деканом культурного отделения пединститута, что они дадут возможность организовать там кафедру кино и видео. И, в общем, я подготовил за полгода программу обучения, основываясь на трех классических программах киношкол. За основу я взял московскую программу в ГИКа, потом взял идеи из парижской киношколы, это ФЕМИС называется, Фондацион Европен, Европейская школа кинематографических искусств, и Берлинская академия кино и телевидения. Вот, продумав и проанализировав эти три программы, я составил свою оригинальную программу, где за основу легло ВГИКовская программа, но я ввел туда совершенно новые принципы. В нашей школе, в лекции, в нашем отделении, лекции проводятся на четырех языках. Эстонский, финский, русский, английский. И более всего на английском и на русском. Много даже на финском. Обязательно ученики должны владеть по окончании этой школы минимум тремя языками на профессиональном уровне, чтобы они могли работать в телевидении и в кино на этих языках. Имеется в виду русский и финский, и чтобы общаться на английском языке свободно могли на профессиональном уровне. То есть им преподается уже 2 года специальный язык английский с кинотерминологией. Государство нам давало очень мало денег, так что из государственных денег мы могли платить только местным учителям, эстонским учителям, с расчета 24 кроны за лекцию. Это очень мало. Но за 3 года у нас побывало 29 местных преподавателей. Я выбирал только лучших специалистов и приглашал из-за границы. Из-за границы у нас побывало 22 преподавателя за 2,5 года. Большинство из них приезжало из России, 7 человек. Из ВГИКа, много приезжало из Финляндии, но были преподаватели из Англии, из Франции, из Соединенных Штатов Америки и из Канады. А кто именно? Значит, из Канады у нас полгода преподавал специалист по мультимедиа, так что я ставил целью в нашей кафедре готовить
специалистов широкого профиля, чтобы они овладели кинематографом, видео и получили основные какие-то знания по мультимедиа, то есть самой современной, где на компьютерах, значит, делаются компактные диски. Сейчас это очень бурно развивающаяся отрасль, и я думаю, через некоторые годы без этого просто не обойтись. Так что чистое классическое кинообразование будет далеко недостаточным. Обязательно надо владеть электронной технологией, в смысле видео, телевидение, и плюс это, значит, мультимедиа. Вот такую нескромную задачу поставил. Конечно, не весь объем удалось выполнить, потому что государство нам давало предельно маленькие деньги. Собственно, не государство давало, а это из внутренних резервов педагогического университета. Мы соскребли некоторые суммы. И вообще я предложил им иезуитский вариант. Сначала они говорили, у нас никаких средств нет. Я предлагал в отделении культуры пединститута снять по одному студенту с каждого отделения. Получилось 7 мест. То есть, если раньше там было, скажем, 7-8 человек, то я предлагал с каждого снять одно место студента и дать это нам, киноотделению. И плюс еще я выколотил одно место официально, значит, от Министерства культуры, от Министерства образования. Получилось 8 мест. Значит, 8 официальных студентов. Конкурс у нас был большой, желающих было 76 человек. Из них мы выбрали 16. 8 человек осталось вольнослушателями. Студенты получили маленькую стипендию, вольнослушатели платили сами. Очень небольшие деньги. Кроме того, с второго семестра к нам приехали иностранцы. Вообще желающих, особенно из Финляндии, было очень много. И иностранцы платили в два раза больше, чем местные студенты. Но все равно эта сумма 1500 крон за год, это для иностранцев просто ничто. Если учитывать, что даже, скажем, в польских и чешских киносколах надо платить 8000 долларов за год обучения. А не говоря уже о там серьезных киношколах Соединенных Штатов. Например, в трех лучших киношколах Соединенных Штатов, в которых я побывал, там студент должен платить 20 тысяч долларов за год обучения. То есть колоссальные деньги. И вообще это для маленькой страны имеет двоякое значение. Во-первых, сейчас, скажем, в Эстонии 4 телеканала. Ваш телеканал, наверное, 5-й уже или 6-й. То есть, а сколько есть образованных специалистов? Крайне мало. В то же время их образование – это уже 25-летней давности, главным образом. То есть это становится очень-очень критичным, потому что меня поражало, что эстонские политики до сих пор еще не выработали нормальной политики в сфере аудиовизуального медиа, аудиовизуальной коммуникации. Абсолютно нет. Они еще не допонимают. Но когда, значит, они понимают это только во время выборов, что телевидение это чрезвычайно огромная сила, и когда появляются вот кабельные сети, как ваша, и еще, кроме того, будет через некоторое время вот то самое, как его, я даже интерактивное общение. Тогда это более и более важным становится. Как раз современная информация очень много связана с изображением, с движущимся изображением. И я просто поражен, что наши политики столь недальновидны. Да. Другие проблемы, наверное.
Сейчас в мае месяце кончают наши 12 человек свой теоретический курс. И остается им сделать за год дипломную работу. Дипломная работа должна быть, по крайней мере, получасовая профессиональная работа. Или игровая, или документальная. А учеба у них заканчивается, и год они еще будут делать... Да, но это в полном смысле профессиональная работа, что оно должно быть на профессиональном носителе, или игровая картина на 35 мм кинопленки, или, скажем там, на Super 16, или же на Beta-SP. И еще, поскольку мы живем в бедном, маленьком провинциальном государстве, то для нас даже, для среднего и старшего поколения, стало главной проблемой доставание денег для кино или телепродукции. Так вот, наши студенты сами должны сейчас доставать деньги на свою продукцию. То есть за эти 2,5 года я доставал деньги из разных фондов, спонсоров. И я все время подчеркивал, что вы не проживете, если вы не научитесь сами доставать деньги. Здесь получается, что он получает, помимо профессиональной кинематографической профессии, он еще должен быть продюсером. Да, значит, недостаток. Почему я сказал, что не удалось дать полном объеме того образования, что я хотел бы? Например, прямо скажем, сторона продюсерская очень слаба, потому что в Эстонии нет ни одного профессионального продюсера. В России также нет их еще. В Финляндии продюсерская сторона тоже слаба. А когда я просил из Англии или из Штатов приехать нам преподавать продюсерство, то этот человек просил за 2 недели 4000 долларов. Откуда такие деньги? То есть все упирается в деньги. И в нашем случае во многом вот эта маленькая киношкола, она работала, так сказать, на чувстве ответственности местных профессионалов, кино и телепрофессионалов, и на том, что мы осознаем очень ясно, что ключевой проблемой будет образование. Наш главный капитал – образование, мозги, серое вещество, которое вот здесь, потому что это будет решать в ближайшие годы все. Без образования мы становимся очень быстро мелкими провинциалами. А, хорошо, не получится так, что вот ваши ребята, имея уже образование, имея какой-то опыт значит, профессиональный, они окажутся не у дел, что они не найдут работу? Нет. И... Нет, этого даже я не боюсь, потому что уже на втором курсе они все имели работу на частных и государственных телеканалах. А ну все же телевидение. Телевидение. А кинематограф? Кинематограф, я очень хотел бы, чтобы оно не вымерло. Но оно в предвымерочном состоянии. Опять дело упирается в деньги. Потому что, во-первых, эстонская аудитория настолько мала, что производить фильмы на эстонские деньги невозможно, игровые картины. С второй стороны, у нас нет достаточного опыта международной копродукции. До сих пор только одна игровая картина, это последняя картина Петра Симма, «Американские горы». Она сделана совместной продукцией Франция, Венгрия, Эстония. Она обошлась 8 миллионов крон, даже более 8. Откуда ж такие деньги в одной Эстонии? Ну, там, скажем, она была такого средней сложности постановка. А если хотеть делать что-то более серьезное или более размашистое, то это вообще для маленькой Эстонии это недостижимые горы денег. Вот я сейчас, например, у меня есть сценарий на 7 часов телевизионный сериал. Но это невозможно сделать на эстонские деньги. Я собираю сейчас сопродюсеров, ищу из Финляндии, из Дании, из России. Только тогда я могу рассчитывать, что этот хороший сценарий я могу реализовать. И если в те былые советские времена
мы действительно могли думать о творчестве, то есть весь свой талант вложить в это дело, если Бог дал талант, то сейчас я не побоюсь сказать, что 70% энергии уходит на то, чтобы где найти деньги. Это ужасно. Поэтому получается, что я, например, снял свою последнюю картину в 91 году, игровую картину, и не знаю, удастся ли в 96 году снять следующую игровую. А поскольку я ввел эту школу, то между делом я смог снять только две документальные картины. В одни каникулы снимал, в другие каникулы монтировал. Кино – это уже, можно сказать, классическое искусство. Кинообразование, оно имеет более 75-летнюю традицию в мире. И оно разработало свою систему. И так можно сказать, что кино является основой аудиовизуальных искусств сейчас. Я бы сказал так, что требовательность в кинематографе профессиональным знаниям, к творческому потенциалу выше, чем в телевидении. Потому что телевидение – это бездонная дыра. Но мы видим каждый день, что любой пацан, который таскал ящики полтора месяца на телевидении, уже берется за камеру и что-то начинает снимать. А интересно ли это смотреть? Скучно. Потому что нет культурного уровня, нет образования и нет достаточной конкуренции. Все, что не снимешь, все, что не двигается, все показывается. Доступно. Да это же не серьезно, это очень плохо. Поэтому я считаю, классическое кинообразование – это как будто твердый фундамент. На этом надо дать тогда образование по электронным средствам. И уже самое новое – это мультимедиа. Мы не можем позволить такой роскоши, что мы специализируемся только, скажем, на операторство или там узко только режиссеры. Например, у нас в школе тоже было два принципа, которые кардинально отличаются от ВГИКовской системы. Во-первых, первый год мы обучали и режиссеров, и операторов вместе. Режиссеры тоже изучали операторское мастерство. Они сами должны уметь снимать. Но с второго курса те ребята, которые заинтересовались операторской работой, им давались специальные дисциплины. Там технология и химия пленки, там по свету они больше получали лекции, практические занятия, там по электронным делам, что касается видеосъемок. То есть чисто таких узкопрофессиональных вещей мы не преподавали режиссерам, а основы обязательно были. Потому что я из своей профессиональной, из своего профессионального опыта знаю, что режиссеры старой школы
они говоруны, но они в технике почти не понимают. Я, конечно, исключаю из этого действительно крупные режиссеры. Вот я имел счастье два года работать с Андреем Арсеньевичем Тарковским. Это был высшей марки профессионал. Он мог с оператором говорить на чисто профессиональном уровне о плотности негатива, о контрасте, о качестве проявки, о всех технических делах тоже. Да, когда они работали здесь, снимая «Сталкер», я был там стажером. И я должен сказать, что на таком же хорошем уровне, например, мог разговаривать с оператором, ну не на таком, скажем, как Тарковский, Панфилов. Я у Панфилова тоже был. Ну, Панфилов вообще сам кинолюбитель прошлый, вот. Сам прошел. Поэтому, если думать о западных режиссерах, то многие из них владеют в высшей степени и технической стороной дела.